стоит вот Кио-Рио, так стояло да, вот да, так да, вот, да, вот да. Естественно, ищут заклад. Если они по факту гашеные, то есть к ним есть спрос, нет, так, ну, тихо-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 тих
Стрелять буду! Бежать! Где? Давай догоняй, я его здесь! Я вам предлагаю поставить сейчас авансом нам палец вверх. И если вы не подписаны на наш канал, подписаться на него обязательно. И оставить комментарий. В процессе просмотра этого видео обязательно по каждой из возникшей ситуации в нем пишите комментарии свои. Чем больше вы их напишете, тем лучше будет продвигать YouTube наше видео. Сейчас поднимаемся с женой, вот, от вас выше, да, только поздравляю. Вон он стоит. Два хуя, короче, стоит, вот, Гио, Рио, так стоял, да, вот, да, вот, да, так, да, вот, да, так. Да. Идут, хуй, естественно, ищут закладку. Ну, по глазам они, хуй, какие обдолбанные, уже. И вот сейчас, хуй, я вышел, как раз Лёхе звонил, они вот назад сдали, уперли жопу, видишь, вот. Там они никуда не выйдут, лес, они дорога, здесь они стоят, проехнут. Да, все, вот, свет горит. Вон стоит этот Гио. Давай подойдем. То есть, короче, здесь уже все заблокировано. Да, все, да, здесь все. То есть, если они по факту гашеные, то есть к ним есть спрос. Нет, ну ничего. Блин, да, мы подъедем, мы поехали потихоньку, пусть они подойдут. Да. Ничего, спросите. Просто пообщайтесь, пообщайтесь, Лёх. Скажите, есть там что, пацаны, где что лежите, да тоже приехали. Что-нибудь такое. Да, сейчас будем проезжать, если я не увижу, ну что увидишь, госномера. Открой. Я говорю, там проехать можно. А что ты закрылся? Друг, я с тобой разговариваю, ты закрылся. Неприлично. А? Все, я понял. Как выехать? Просто? Да открой дверь. Да. Что ты закрываешься? Гашоны, гашоны. Гашоны, да? Да. Вызывай. Гашоны, да? Да, вызывай. Ну, прикинь, я с ними разговаривал, мне 5 раз уже закрыл. Они, да. Видно было, что они в плаву. Закрыл передо мной 5 раз уже вот этот. Да. Сейчас свалит, сейчас кто-нибудь свалит. Адрес здесь, какой адрес, скажи, адрес. Фронтовая. Фронтовая 62. Фронтовая 62, да? Да. Мы если что, не с тобой, короче. Да. Митя, если что, знаешь как, вообще еле-еле двигаешься назад, еле-еле. Да, да. Никуда не сворачивай, наоборот, не надо. Ты вот как едешь, вот прямо, чтобы вот так вот выезжал, нихуя ты не можешь вот нормально сдать. Ну, вот так вот, да, потихоньку. Я тупой водитель. Маневр не могу понять. Что, дозвониться немножко сюда? Фронтовая 62, да? Да. Фронтовая 62, значит, Kia Rio, Татьяна 669, Валентин Константин 136, серебристого цвета. Вообще обдолбанные все, там 4 пассажира, все в УМАТ.
Значит, они сейчас тут пытаются корячиться, как-то выехать. В общем, мы здесь на месте, можно сказать, потихонечку сопровождаем их. Они за нас не могут даже никуда уехать. Да, они гашены. Да, да он при мне 5 раз, блин, закрыл стеклоподъемником. Нам же запечатлеть водителя. Вот, смотри, чтобы здесь проехал. Не-не-не, ты наоборот вперед проедь. Стой, стой, вот так остановись. Ты это, ты позвонил? Ты дозвонился своей? Нет еще. Какая там? Ой, здравствуйте, есть, сообщение в дорожный контроль. Фронтовая 62. Пьяный водитель. Пьяный водитель. Да не спеши, ты опять так быстро, родной. Давай еще раз. Фронтовая 62. Фронтовая 62. А, есть? Он здесь. Здесь он вообще выехать, в усмерть здесь пьяный. А, район. Это как центральный здоровье? Район получается. Центральная машина какая? Кио Рио 669. Вы за ним едете? Он сейчас пытается здесь пытается выехать. Выехать, блокируем. Давай сейчас экипаж направим. Давай. Для связи. Смотри, сейчас кардиоболит устраивал. О, один вылазит, вылазит. А зачем ты разворачиваешься? Насколько я вот так стою, я вот так стою, типа. Не надо, ты наоборот назад сдай. Назад сдай, чтобы. Да я типа вырушить. Типа уны, типа уны. Алло? Не надо никуда, не надо никуда въебывать. А, ну ты вперед просто чуть проезжай. Ну вообще притрешь просто. Встанешь просто вперед него. Пусть он проедет вперед. Антон, Антон! Пусть он вперед проедет. Он вперед проедет. Ты там проехать хочешь, да? Сюда, вперед! Назад, вставай! Вставай, назад! Назад, назад, вставай! Скажи, я хочу проехать. Да, я проеду. Слушай, он проехать хочет. Тихо, не это. Сюда не подходи. Назад сдавай туда. Позвони, телефон у тебя с собой? Да. Это на кармане, короче. Наверное. Отъедь назад! Назад вставай! Мне проехать надо к дому! К дому проехать надо! Назад вставай! Вставай, вставай!
Ладно, Лех, пока ничего не делай. Не кипишуй. Есть тут курить, есть. Курить. Ничего нет. Вообще ничего. Назад, давай, давай, назад. Блять, актер Погорелого театра. Как нету там дорога? Там свет на нами. Я не знаю, надо было посмотреть, там сзади свет есть. На нами. Все, все. Давай чуть, давай назад, назад, давай, назад, давай. А? Полицию вызывай. Да, 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 да. Вы сами вызовите полицию. Вызвали? Отлично. Он полицию вызвал. Пацаны, может вы толкнете? Конечно, толкнем. Да, да, конечно. Вперед, если мог. Маркет назад мне вперед, толкну, чтобы заведется. Давай. Опа! Тихо-т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 ихо
На набережку выезжаем. Выезжаем на набережку. Но сейчас вот пока едем за ним. В сторону пока. Ну и тут одна дорога, в сторону Чернавского. Сейчас пока не знаем, прямо или направо уйдет. Давай. Направо уходит, давай. Адрес другой будет. Едем по направлению по Северному мосту. Сейчас. Ну мы повернули. Сейчас едем в сторону Северного. По Северному мосту двигаемся уже. Не по Северному мосту. Мы едем в сторону Ротонды. Через мост никуда. Сейчас. Да. Вот Андрюх этот, который понял. Мост никуда, в сторону Ротонды. В сторону Ротонды.
Да, да, да. Сейчас я передам, трубку на. Общаюсь. Алло? Да, приветствую. Да, да, да. Вы далеко? Это дежурный. Старый ротон, ты сейчас шел заправку проезжать будем. Шел проезжаем. Направо на шел повернули. На шел заправку повернули, он во дворы сейчас походил, сейчас уйдет. Да, пошел во дворы. Мы во дворы вот здесь, значит, уезжаем здесь со шелла, как заправку заезжаешь и во дворы. Вот эти, частый сектор здесь. Сейчас адрес даже скажу, какой с правой стороны. Рылеева 22Б. Рылеева 22Б проезжаем. Рылеева 22А. Уже... Едем вот все по этой улице, по Рылеева, по частному сектору. В сторону ротонды параллельно получается Бурденко. Сейчас как раз вот на. Пересечение Цветущей было. По Цветущей едем. Сейчас Цветущая улица. Цветущая 7. Вон направо здесь уходит. Вот храм мы убираемся. А, больница здесь Бурденко. Мы убираемся. Мы направо повернули. Он, наверное, в сторону. Сейчас посмотрим, куда поедет. Ну, в общем, он повернул направо. Какая-то улица у нас что-то тут у нас. Он топил, топанул. Он топил. Тихо, это где это? Он как притопил. Где-нибудь сейчас выскочит по-любому. Где-нибудь переулок Зарове, где-нибудь туда выскочит. Что за? Танкиста что-то какая-то улица. Танкиста улица? А, что, ну какая-то еще там дальше идет. Сейчас. Сейчас, что за улица? Танкиста Серебряникова. Танкиста Серебряникова, Серебрякова, да. Вот у нас такие заводят специально. Мне кажется, он набил здоровье сейчас выйдет деньги. Он выехал на транспортную, где спецодежда, как после ротонды. Он поворачивает в сторону ротонды, сейчас по транспортной будет ехать. 79. В сторону ротонды по транспортной едет, значит, какой там. Он к ротонде едет, к ротонде. На транспортную 79. Транспортная 79 проезжаем. Возле ротонды прям. Возле ротонды сейчас прям находится. Да, на транспортной, в сторону кольца. Сейчас мы на 45-й едем. Повернули. Донака, да. В сторону Шишкова. Может здесь развернуться. Уже прошли перевод. А, нет, сейчас будем проходить скоро. Да, он сейчас подал на разворот. На разворот налево. Он в обратную. Знаешь, куда? На транспорт, как кольцо проезжаешь в сторону этого Урицкого, понял? Вот, он сейчас на транспорт будет ехать в сторону. Сейчас посмотрим, поймет он на транспорт направо. Да, в сторону Урицкого по транспортной едет. По транспортной едет. Сейчас
он сейчас повернул, какой здесь у нас, во дворы, перед перекрестком, как по транспортной ехать в сторону Рискова, во дворы повернул направо. Он параллельно сейчас 45-й едет в сторону Шишкова. Это вот не доезжая, где как на Роснефть сразу выехать. Вот налево поверну в сторону Роснефти, как вот ехать, если здесь вот эти фигуля. На Роснефть. Роснефть. Мы сейчас проезжаем Роснефть. Он налево сейчас на транспортную будет выезжать. Сейчас скажу, подожди, вот адрес какой. Не, подожди. Да не парься так. Адрес мне скажи. Да я не обгоняй его. Боится. Назад. Все. Он по дворовой территории, подожди, ну. Он куда сейчас повернет? Направо, на Урицкого. Он в сторону Урицкого по транспортной поехал. Да, по транспорту, в сторону Урицкого, да. Он направо на Паурицкого, направо пошел, в сторону проспект Труда. В сторону. Где ребята вообще? Паурицкого, да, в сторону проспекта. На проспект Труда повернул с Урицкого. Ты не обгоняй. Значит, как только вот ушел, сразу направо ушел. Здесь у нас автозапчасти. Торговый дом проспект. Во дворы. Сейчас посмотри адрес здесь какой. Не топи. Направо. Опять же. Он опять тот же самый частный сектор свернул, где мы кружили. Республиканская. Да, 72. Направо ушел. Какой? Республиканская 72. Республиканская 72 проехали. В частный сектор. Здесь что тут у нас? Да, внутри по частному сектору. Республиканская 52 проезжаем. Урицкого. Поворачиваем налево. На Урицкого поворачиваем налево в сторону транспортной. Да. В сторону транспортной на Урицкого. Сейчас будет, скорее всего. В сторону едь по Урицкого, в сторону транспортной. На красный полетит сейчас. Нет, не вижу. Кто-то звонит, сейчас я отвечу. На кольцо выезжает транспорт, поворачивает направо. Как ответить? Направо поворачивает. Как ответить? Алло. Так, там мне звонит экипаж, не пойму, наверное. Давай, попробуй. Сейчас, на, возьми. Как ответить? Так, на. Алло? Да. Ой, мы тут кружимся, короче. С Урицком где мы едем сейчас, скажи? Сейчас. Вы такая-то какая? Я понял. Смотри, езжай в сторону транспорта по Урицкого. Проспект 100. Какой адрес? Рабочий был какой-то там проспект. 100. Рабочий проспект 100, что ли, проезжаем? Не пойму. Сейчас, смотри, сейчас, подожди, сейчас скажем.
что за адрес какой здесь ближайший? Тут мы просто по частному сектору это кружимся. Вот тут. Так, сейчас. Куда-то тут. Так, адрес. Советская 51. Улица Советская 51, проезжаем. А нет, походу там стоит. На Гранте не узнать. На Гранте вы там. Это вы, наверное, были сейчас, да? На Гранте, да, были. Нет. Понял. Да хрен узнать, не знаю, увидели, не увидели. Не, я не задал стоять, не видел. Он да. На Донако выезжаем. На Донако выезжаем. На кольцо выезжаем. Который этот... Кольцо вот это... На транспорт. Где Субару Центр? Субару Центр. О, остановились. Он опарканул, он разворачивается. Он, да, здесь разворачивается. Он сейчас будет, он пока корячится. Где Донако, вот это прям, тягуля здесь. Он выехать здесь не может, потому что здесь преграда. Этот. Понял, да? Быстрее, понял, Санёша. Да? Давай, короче. Да, улица Мойщиков. Алло. Вот, он, короче, сейчас пытается здесь выехать. Короче, мы ждем, мы ему прикрыли путь. Вас. В смысле, что теперь? Вы едете? В смысле? Вы сотрудники полиции? Так, ну мы вас ждем. Что? Так. Да с какого ГНК дорожный контроль? Мы вас ждем. Давайте сюда. Вы поняли где? На дежурного набери. Че там? Тихо. Алло? Так, он опять вырвался. Короче, едем. Как улица была? Сейчас. Да до сих пор нету, они никак сориентироваться не могут. Советский переулок. Проезжаем, едем по нему. Школа тут какая-то. Мы выехали пересечение Бурденко и этот улица здесь с светофором после вот этого моста в никуда. В сторону ротонды, вот этот перекресточек здесь такой. Да, в сторону ротонды по Бурденко. Направо на транспортную поворачивают по Бурденко. На транспортную, сейчас ротонду будем проезжать как раз все. Проехали ротонду. Едем по транспортной. Не опережай. В сторону переулка Здоровья по транспортной. Не-не-не-не, сейчас мы пока по транспорту ротонду проехали. Спецодежда, магазин, я не знаю, как там улица какая. Да. Пока не дай ему проехать, пусть он пока куда-нибудь. Может, он налево сейчас как раз уйдет в сторону переулка Здоровья. Надо, чтобы налево ушел? Да. Давай. Сейчас он идет налево. Ой, не ушел. Он прямо идет туда вниз, не опережай его. Прямо идет по транспортной, не опережай. Че это? Там, походу, это тупик. Не проезжай. Да. Сейчас назад будет сдавать. Вон здесь в тупике остановился. Экипаж там далеко, недалеко какой там есть. Ментация.
Мы в тупике. Остановился, ждем. Вот. Тихо. Влазит. Пытаются они. Дай выйду. Они вышли. В смысле вышли? Побежали. Стрелять буду! Лежать! Где? Давай догоняй, я его здесь! А что хотели, ребят? Если вы поддерживаете наше движение, ставьте пальцы вверх, комментируйте, не забывайте подписываться на наш канал и ждите новых выпусков. Всем пока!